Вы летсплейщики, хотите разыскать Херобрина, но ваши попытки не увенчались успехом, и тут вы решаете съездить в место, где по легенде должен находиться Херобрин. Интересно, очень интересно. Ну что ж, посмотрим, что это за хоррор-карта в Майнкрафте. Ну, мне она, в принципе, уже нравится. Херобрин, такое чувство, будто ты с бабушкой пришел. Почему ты такой толстый? А, у тебя еще брат-близнец есть, здравствуйте. Почему я в креативе? А. Ну, я думаю, это норма. Вы летсплейщик, вы ищете Херобрина, но найти вам его не удавалось. И тут вы узнаете, где он живет, и вы идете к нему, но лучше бы вы к нему не ходили бы. Ну, ради такого Херобрина можно, в принципе, и пойти. Голову отдай. Прости. Возвращаю голову обратно. Блоки не ломать, играть на мирной сложности, в ГН2 не бегать на карту, просьба не оставлять гневных отзывов о карте, яркую спуск, удачи. Все, давай, до свидания. Дом Херобрина. Мобайл эпистим. Херобрин, я иду к тебе. О, вы посмотрите, какой краса. Мама Херобрина, батя Херобрина и кто-то. Место для тебя, спасибо. Все, я здесь, чувак, можешь, в принципе, не беспокоиться по мне. Как я вылезу с тобой? Как я вылезу-то отсюда? Ух, вылез, наконец-то, это было сложно. Я забыл сделать яркость тускло, извини меня, автор. Вау, мрачноватенько. Херобринчик! Чё смешного? Тебе весело, а мне нет. Пацаны, может, не надо? Меня даже дверь напугала. Ау, салам алейкум. Я тебе сейчас топором ударю. Да пофиг, лягу спать. Найдите инструмент, который сломает кровать. Да, без бы, братан, я взял топор ради этого. Ключ для выхода во двор. Хорошо. Ничего не видно. Повсюду размазан джем малиновый. Неудивительно. Что это? О, компьютер! А я-то думаю, что у тебя глаза белые? Это все из-за компьютера. Херобрин, ты меня извини, но я твой кустик возьму. Я его с тобой заберу, когда выберусь отсюда. Тут у нас ключ для сарая. Еще лучше. Херобрин, ты бы прибрался перед тем, как я зайду. Потому что здесь везде паутина, джем размазан, дом в плохом состоянии. Ну, нет, чувак, ты бы реально подготовился ко встрече гостей. Мало того, что света нет, так ты еще и пропадаешь куда-то. Стеснительный пацанчик, сразу видно. Херобрин, стесняшка, ну как это мило. Открывай. Спасибо. Даже во дворе джем размазан, ну ёшкин ты свет, фанатик джема. Ты бы хотя бы ел аккуратно, а? Везде джем размазан, один ты чистый. Здрасте. Тут сундук с ловушкой, а вон там вот эти вот переключатели, или как они называются, очень палено на самом деле. Кость. А, я, конечно, не эксперт в хоррор-картах, но что-то мне кажется, добавлять паркур, тем более такой ужасный паркур в хоррор-карты, это, мне кажется, ну, лишним. Лишним. Правда, лишним. Зато у меня есть табличка, кровать и кустик. Ладно уж, пройду я этот паркур, что мне делать? Щенев решил поплавать в лаве. Ну так, желание резко появилось. Самый сложный прыжок это вот от этого камня до вот этого. Тут разница в 4 блока. Я не могу допрыгнуть. А если я попытаюсь вот под углом вот так вот? Нет, я не могу. Куст, спасай. Е, я смог, аллилуйя. А что там у нас такое? Печки, значит, ага. Вау, 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 вау. Ебой. Ебой. Найди печь, в которой лежит рычаг. Ну, чувак, ну, нет, ты понимаешь, что эта хоррор-карта подразумевает собой какой-то страх, а вот в хоррор-картах искать еще печки, вот искать ключ в этих печках, и вот так вот время тратить. Чувак, извини, я это пройду без, ну, без твоих правил, потому что, нет, ну, правда. Вот как же интересно так вот сидеть, вот так вот смотреть печки, о, как это весело. Чувак, ну, это уже реально как-то надоедает. Извини, но я реально, я пропущу это испытание. Автор забыл заделать дырку в стене. Ай, ай. Больно. Зато у меня есть две стрелы. Когда у Херобрина умерла мама? 2012 год, 2015 год. Окей. Когда умер батя Херобрина? Ответ тоже был. Какой командой была создана данная карта? Подсказка L. А дальше сами. Блин, давайте подумаем. Слева у нас Ляпис Тим. Через букву L начинается. А справа No Name Team. Да молния, угомонись там уже, а? Ты мне думать мешаешь вообще-то. Слева есть буква L, справа нет. Я эту молнию когда-нибудь удалю из игры. Я даже не знаю, какой ответ выбрать. Слишком сложно. Наверное, левая. Ну, если здесь стоит вот эта, значит, я угадал. Пощадить ли Херобрина? Боже, сложный вопрос. Очень сложный. И вот опять повсюду размазано варенье и банки от варенья. Ну... Удать хочу тебя. Конечно же убить его. Извини за это. Херобрин, ты крыса. Ты даже ушел. Если бы я выбрал нет.
Значит, не в этот раз. Окей, ладно. Перейду-ка я в креатив все-таки. Я сейчас вернусь назад и одену вот эту вот одежду Херобрина. Отдай, отдай, отдай. Отдай, говорю. Спасибо. Блин, это прикольно. Всем огромное спасибо за просмотр, лайк, подписка. Вы сами все прекрасно знаете. Всем пока.